Всем привет! Да уж, не думал, что когда-то вернусь в Майнкрафт. Но я здесь, и сегодня бы я хотел пройти карту под названием Escape from Steam City. Ну что ж, вот мы и на карте, и сразу замечаем ее необыкновенность. Видим новые текстуры, все абсолютно новое. А прикол в том, что в нее вшит текстурпак. Я не знаю, почему не делают так на других картах, но прикол в том, что действительно, вот у нас текстурпак стимпанковский, который действительно вшит в карту. Это не я поставил, он действительно при запуске карты как-то сам активируется. Я хрен знает, как это работает. Вот так выглядит наш персонаж. Довольно неплохо. Окей, здесь у нас есть описание, значит, выбирайте сложную или среднюю сложность, включите музыку и звуки и так далее. В общем, веселитесь. Да, игра, карта поддерживает мультиплеер. Вот такой вот светильник. Что тут у нас? Сундук. Вот есть сундук. Берем какой-то предмет. Так, смотрим, что за книга. А, ну в принципе ничего особенного. Прорисовку ставить 10 чанков. Сложность сложную или среднюю. Музыку включить. Значит, ну ничего такого. В общем, это можно выкидывать. Окей. А, вот тут еще светильник зачем-то есть. Ну, ладно. Идем. Идем дальше. И замечаем вдалеке робота с пистолетом. Обалдеть. Нифига. Так, ну окей, идем. Что он нам скажет? Опа. Нифига. Нормально. Escape from Steam City. Сбеги, значит, из этого города, Steam City. Слушай, ну вообще, если бы не шейдера... Да, у меня стоят шейдера. Вот такие вот. Значит, где они? Seus Renewed 1.0.0. Если бы не они, выглядело все, наверное, убого. Вот этот вот лучи света, да. Ну, конечно, не трассировка RTX, но тоже неплохо. Так, что-то там у нас какой-то постер. Ладненько, еще один сундук. Компас, тушеный кролик, пластинка. Окей, забираем все это добро. Значит, компас у нас вообще какой-то непонятный, странный, для чего он нужен. Но, типа, он работает, что-то показывает, но хрен знает, насколько он нам пригодится. Так, кролик это, наверное, для того, чтобы потом перекусить. Пластинка. Какая-то пластинка. Кстати, вот так вот выглядит у нас менюшка. Наш инвентарь. Очень необычно, очень интересно. Вот тут вот такая вот стойка для брони. Вот здесь вот в правую руку вот можно что-то положить, да? Офигеть! Очень необычный такой текстурпак. Ну и карта в целом. Книга. Что там в книге? Я не помню... Страница 21. Я не помню, что произошло со мной вчера. Я думаю, что-то пошло не так. Я должен спросить Барни, что же произошло. Мне все это не нравится. Вот такая вот книга. Ладно, закинем ее обратно. Идем вниз тогда смотреть, что там у нас дальше. Двери. Двери на улицу, сейчас пойдем. Так, больше ничего. Окей, а зачем же нам... Ого, что это? Зачем же нам дали пластинку? Непонятно. Какие-то вот штуковины, какие-то кусты. Картина, это картина же вроде. Ой, сломал картину. Окей, это что такое? О, это какой-то механизм. А это случайно не это самое? Вот это тоже какая-то непонятная ерундовина. Ладно, давай попробуем себе пластинку поставить. Вот у нас их две. Какую из них ставить, я хрен его знает. Ну вот такая вот веселая музычка начала играть. Ну что ж, пошли. Посмотрим, что у нас тут на улице. О, какой-то мужик стоит. Кстати, атмосфера сразу так становится поинтереснее. Это какие-то мусорные баки, наверное. Слушай, прикольно. Водосточная труба. Что-то какое-то объявление. Прикольно. Ого, что это сейчас было? А, ну, наверное, анимированное. Или это стимпанк такой. Бумага сама меняет изображение. Так, hey friend, have you heard that the government... Так, короче, он говорит о чем? В общем, что-то он хочет поговорить о правительстве, но они наблюдают, поэтому встретимся где-то дальше. Хорошо, давай. По секрету скажу, вот эта пластинка вторая, как только я засовываю ее в этот магнитофон, игра намертво зависает. Я не знаю, работает она или нет, но я больше не хочу. Я не хочу больше ее включать.
Окей. Какие-то опять, смотри, картины меняются. Какой-то Гарри Поттер прям, я не знаю. Так. Я вижу какой-то... Что там вообще? Тикет, Виндоу, какая-то, я не знаю. Вокзал, что ли, какой-то. Короче, я не могу открыть двери, я не знаю, что тут делать. А, прикольно. Ну, в общем, ящики-то тут не открываются. И как быть дальше? Я хз. Может, я где-то что-то не там взял? Может, где-то что-то пропустил? А, подожди-ка. А вот тут, смотри-ка. А может быть, можно вот так вот прыгать? Нет? Туда нельзя забраться? Может быть, в самом деле можно на крышу? Хотя зачем здесь двери тогда? Но я туда залезть не могу. Или я просто хреновый паркурщик? Так, а ну-ка. Так. Опа! Нет, тоже не могу. Так, а ну еще раз, подожди. Тут, может быть, за картинами, кстати, точно. Может быть, за картинами что-то. Тут больше нет картин. Че это такое? О! Печь. Нормально. Она... А, рычаг. Чего ставить на незерит? Слушай, ну, во-первых, печь. Посмотри, как она охрененно выглядит, да? Супер, слушай. Но рычаг ставить на незерит. А где здесь незерит? Давай сюда поставлю, ну-ка. О, ништяк, слушай, догадался. Ха, ладно, пойдет. Значит, все, открываем дверь, да, и выходим. Ого, что это было? Вау. Нифига, слушай, красиво. Так, а это у нас какой-то... А это в самом деле вокзал, да? Смотри-ка, а сюда можно залезть? Ну-ка, ну-ка. Так, вот это это лестница. Ну, ступеньки, лестница. Блин, крутяк. Это шикарно. Смотри, какая-то картина. По-моему, тоже анимировала, нет? Мне показалось или нет? Да, смотри, типа время идет. Музыка какая-то, обалдеть. Так, present permission to purchase a ticket. Вот какой-то робот, смотри-ка. Короче, он нам что-то говорит, в общем, предоставьте пропуск для покупки билета, насколько я понял. Window ticket, ticket window. Короче, это кассы. Так, а нам, наверное, дальше. Я не знаю даже, что здесь делать. Вот это какой-то, наверное, для багажа. Ну, это классно, это очень классно, слушай. Я вот прям не знаю, что бы было без текстур пака. Его же, наверное, выключить нельзя, да? О, смотри, человек какой-то. Без текстур, наверное, тут вообще была бы жопа. Ну, а так очень классно. Так, а Station, это, интересно, тоже картина, блин. Ха, я случайно только что оторвал картину. Окей, что это за чувак? Can you see these guys? They always follow us. Так, ну, ты видишь этих парней? Они все время следуют за нами. Ты про вот этих парней? Они нажимаются? Нет? Может быть, что-то надо сделать? Какая-то подсказка? Интересный скин такой, мужик. Как его зовут? Как? Я не увидел. Как? Подожди. А, Кук. Кук. Как Тим. Часы показывают 6 или 3. Ну, наверное, 6, судя по погоде. По времени, так сказать, дня. Окей, что дальше? Вот тут у нас Industrial Tech Shop. О, можно зайти? Нет, кстати, не пускают. Нормально. Эй, а почему я туда не могу зайти? Смотри, какие там штуковины интересные. Какие-то печки, какие-то автоматы. Короче, туда нас не пускают, не знаю. Посидеть, понятное дело, нельзя. Ого, а это что такое? Entrance to Sector A. Нифига себе. Какая-то лестница. Офигеть, это что такое? Leave this area, citizen. Покинь эту... Ого! Нифига, что револьверы? Что они такие страшные? Охренеть, какие звуки. Так, ладно, ну его нафиг в самом деле. Нифига себе. Вот это да. Вот это реально стрёмно. Так, а сюда, наверное, тоже, да, нельзя пройти? Ну, конечно, дверь. Что у нас там находится вообще? Олимпик Байсикл. Так, кто? А, смотри, какой-то чувак. Какой-то робот, что ли. Тоже робот, кстати. Да. Так, ладненько, а что ж тогда делать здесь? Я не знаю даже, больше заняться-то и нечем. Вот тут, кстати, можно, наверное, залезть, да? О, может быть, сюда? Не, сюда нельзя. И сюда залезть нельзя. Нет, никак.
Прикольно, прикольно. Ну ладно, там какая-то лестница была. Кстати, 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 там какая-то лестница была. Ну-ка, давай попробуем туда сходить. Ну вот это вот непонятно. О чем говорит этот мужик? Какие-то парни смотрят за нами постоянно. Может быть, вот эти? Но другого тут не дано. Так, ладно, что за лестница? Ну-ка, полезли. Так, опа. И, кстати, я так понял, если я сейчас сюда приземлюсь, то назад я уже не вернусь. А может быть, так и надо по сюжету? Ладно, пойдем. Ого, прям на сено, а все равно больно было. А ну, подожди, это не кактус какой-нибудь? Нет, это сено. Опять, смотри, какой-то повар. А там что такое, что такое? А, опять страж, кстати, походу. Не, ну подожди, пока не будем туда идти. Кнопка, нет? Показалось, что это кнопка. В общем, сюда не пройти. Вот тут опять какая-то дверь. Тут все. Ого! Япона, мать! Там опять страж. Смотри, кого он там стоит. Короче говоря, здесь не сразу поймешь, что нужно делать, куда идти, потому что все блоки заменены. И, типа, догадаться, где какой, это довольно сложно. Так, дружище, мы должны убежать из этого города. И я имею план. Слушай, смотри, маленькое здание сделано из кирпичей. Подожди, что-что? I saw someone put pistol inside. Я видел, как кто-то взял пистолет внутрь. В общем, нужно, я так понимаю, пистолет добыть. Так, я доволен. Сейфист. А, я нашел, в общем, безопасный путь для побега из этого города. Но тебе нужно похитить, я так понимаю, оружие для, в общем, этого плана. Удачи тебе и бла-бла-бла. Окей. В общем, нам нужно куда-то пойти, в какое-то здание. Little City. Блин, ни хрена себе Little City. Или он имел в виду... подожди, Little House там было написано? А, ча-ча-ча. Listen. А, Little Building Made of, Out of Bricks. Так, маленькое здание, сделанное без кирпичей или чё. Смотри, а этот на нас агрится, кстати. Это какой-то визор-скелет, наверное, да? Вот это вот визор-скелет по-любому, потому что он, видишь, агрессивно настроен, готов нас убить. Фу, наверное, нам нужно паркурить, да? Скорее всего, нужно вот здесь пропаркурить. Ну-ка, давай, опа, да, точно сюда. Но только вот это вот чудо, смотри, бежит, бежит, гад. Он же меня положит, да? То есть мне нужно как-то очень быстро. А как же это сделать? Твою-то мать. Теперь я понимаю, зачем нам дали тушеного кролика. Так, компас, я не знаю, пускай он у нас, конечно, лежит где-нибудь вот здесь. Фух. Фу-ху-ху. Так, а что же мне делать? Как же мне его обойти? Нужно, наверное, отвлечь. О, слушай, точно. Это мысль. Так, давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Ну-ну, давай, давай. А подожди, ну-ка. Смотри, он там, короче, появился над ним восклицательный знак. Это когда у нас видит, что ли? Ну, его в теории-то можно убить, конечно. Но это очень долго будет. И, кстати, если он по нам попадет, я даже не знаю, что будет. Так, короче, это очень долго. Иди сюда. Давай, загрели его так. Давай, 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 давай. Опа! Так, все, все, все. Не-не-не-не-не. Ах ты, зараза. То есть он теперь не отагрится от нас. Ладно, давай попробуем быстро это все сделать. Но я уверен, что нам нужно туда, потому что другого пути я не вижу. Ладно, погнали. Так, а по воде ты у нас... Ой-ой-ой, умный, да? Умный, сука. Тихо-тихо, все. Заныкались. Так, сундук. О, тут у нас, смотри-ка, нифига себе, броня, оружие. Опа. Так, вот это мне уже нравится. И кнопку, дали кнопку. Значит, смотри, кожаные ботинки, штаны, куртка, шлем. Смотри, какой мы красавец теперь. Ну-ка, обалдеть, ля. Ого. Так, и нам дали револьвер. Круто, слушай, мне начинает нравиться эта игра. Так, у меня есть вот этот револьвер. И, короче, 64 стрелы. Ого! Даже звуки есть! Да ну тебя! Вот это да! Вот это да! А в мусорниках ничего нет. Звук, смотри! А фонари! Дротиками стреляет со звуком! Ну круто, ну вообще! Так, ладно, теперь нужно как-то отсюда выбраться, да? Давай попробуем. А куда же нам идти? А дротики, подожди. А, это стрелы. Это, ну, понятно, да. Причем стрела
Смотри, аммо и стрела. То есть это у нас отдельный вид вообще. Вот это вот аммо, это снаряды. Они не стакаются со стрелами, что самое интересное. Куда же теперь идти-то? Ну хорошо, в ящике у нас есть здесь оружие. Это мы уже взяли. Теперь надо как-то выбраться. А как? Какая-то кнопка. Вот мне кнопку дали. А зачем? Куда ее присобачить? Я битый час пытался выпрыгнуть из этого ада. Знаете, как выпрыгивать? По вот тем вот мусорным контейнерам. Но не все так просто. Если вы думаете, что просто залезть на эти дверцы от мусорника и прыгнуть, то нет. Так сказать, инструкция для тех, кто будет проходить. Зажимаем Shift, подходим в краешку вот той двери, на которой, значит, мы стоим. И только с нее начинаем с контролом разбег. Потому что если вы будете просто запрыгивать на дверь и пытаться бежать и прыгать, то у вас не получится. Почему-то герой не прыгает. Фу, это, конечно, было дико. Ну все, наконец-то мы дошли. Ставим эту чертову кнопку и заходим. И твою-то мать. Тут у нас очередной говнюк, который меня отравил. Причем я чувствую, что я сейчас умру. Так, надо срочно похилиться. Надеюсь, мне это поможет. Да, мне это помогает. Банка пустая. Кстати, самое интересное, что банка-то пустая. А что это за... Могло быть средство? А, миска. Это миска, я понял. Просто я не знал, какую могли фигню мы есть. Так, чтобы у нас потом оставалось какой-то еще... Ну, какой-то предмет после этого. Окей, значит, перебрались мы сюда, прошли туда. Кстати, вот кнопка, вот та вот кнопка никуда не ставилась. Вот это вот тоже было интересно. Я думал, раз нам дали кнопку, может быть, где-то дверь какая-то есть, или там, не знаю, нажмешь, и там забор куда-нибудь отодвинется поршнями. Но нет. Нет. Так, миску мы выкидываем эту пустую. Идем дальше. Ого, а тут красиво. Короче, это было сложно. Смотри, огонек какой. Ну, классный текстурпак. Очень классный. Что-то там крутится, какой-то вентиляция или просто вентиль. Ну, окей. Окей, это что там такое? Опять робот. Так, ну мы бежим, да? Мы же бежим. Делаем побег. Надо быть осторожным, между прочим. Окей. Что здесь? Я даже не знаю, кто это, что это. Это, наверное, все-таки какие-то враги. Вряд ли они нам друзья. Учитывая, что мы сбегаем отсюда. Опа-па-па-па. С пистолетом, гад, смотри-ка. А ну-ка. На. Лови, гад. Иди сюда. Эй, а куда он делся? Что это за звуки? Так, вот там еще какой-то гусь. Смотри, живучий гад. Так, ну это, наверное, зимогор какой-нибудь. Так, ты будешь умирать? Это скелет, скорее всего, вот этот большой. А то какой-нибудь там зимогор, я не знаю. Вот это из новых мобов. Боже, как они шумят, это шипят, так страшно. Звуки такие, конечно, дикие. Твою мать, да как же тебя убить-то? Проще, наверное, спрыгнуть было бы. О, есть. Фу, наконец-то. Капец, их сложно замочить. Ну да, учитывая, что это лук. Так, спускаемся вниз. Эти у нас стрелы не берутся. Офигеть, смотри, какая текстура классная. Слушай. А этот текстурпак очень интересный. В совокупности с шейдерами. Обалдеть, смотри, как классно. Лава течет. Ну, круто, очень круто. Окей, бежим. Бежим, смотрим, что тут у нас. Тут у нас ничего. У нас броня и ХП вообще там копейки остались. Нам буквально пару выстрелов. Ну вот, собственно, опять. Твою мать. Я не знаю, мне нужно срочно какая-то аптечка, какой-то стимулятор. Что-то у нас у стимпанка может быть. Ладно, попробуем отсюда погасить его. Нет. О, бежит скотина. Давай, иди сюда, только помедленней. Все, минус. Минус один. 35 патронов у нас осталось. Или этих дротиков. Ах, ой-ё. А ХП нифига. И он там не один, да, скорее всего? Он застрял в текстурах. Это нам на руку. Так, ты один, ты один. Тут у нас в вазоне мертвое какое-то растение засохшее. Ну, типа, круто, конечно, карта прикольная, но, сука, стрёмно. Сложно и стрёмно. Ладно, залазим. Что у нас тут? Опа, сундук. И опять какой-то страж. Так, ого, ого, зелье исцеления, боун крэшер какой-то, ни хрена себе. Это что такое?
Обалдеть. Так, ну зелье, понятное дело, я сейчас приму. Смотри, какая штука. Это какой-то, наверное, меч, да? Это, скорее всего, либо меч, либо топор. Ну окей, зелье принимаем. Так, исцеляет нас. Зелье, правда, не сильно. Но это типа аптечки, да. Ладно, оставим пока, вдруг пригодится. Так. У нас тут еще одни граждане. Этот у нас непонятно, наверное, с луком. Да, это, наверное, стреляющие. Так, ну-ка. А если по стелсу потихонечку прокрасться? Вон там еще сундук. Так, а это у нас тоже стреляющий, да, скорее всего? Обалдеть, ну сейчас трое этих ублюдков на меня набросится, и это будет жестко. Так, а ну-ка. Тихо, тихо. Так, они стоят, кстати. О, тихо, тихо, пушми. А, смотри, они, короче, тебя не атакуют, пока ты их не тронешь, да? Так, неплохо, джар. Ого, банки с мозгами, твою мать. Ладно, давай попробуем. Ну-ка, двинь меня. И чё? Или подожди, это жители обычные? Я не могу ничего сделать, кстати, а ну-ка. А им пофигу, смотри. Не, ну это, конечно, хорошо. Давай зелье, наверное, примем. Да, как раз хорошо, что я его принял. Теперь фул ХП. Так, они вообще ничего не делают, да? Смотри, двинь меня, говорит. И что? А что такое банка с мозгами? А ну-ка, это есть можно? Так, это ничего нельзя сделать с этим. Этих ударить тоже нельзя. Я не знаю, что происходит. Может быть, это какие-то эти, в самом деле, заложники. Смотри, какие там типа мозги кипят. Так, книжка. Important note. Важная заметка. Do not forget to turn off the robots before leaving the working area. Не забудь выключить роботов перед тем, как покинешь эту зону. Так, смотри-ка. Ого. Chamber 1. А, их надо сюда затолкать, что ли? Ого, так это, блин, охренеть. Ну ладно, давай затолкаем. Это, конечно, будет дикий геморрой, но это реально надо их затолкать каждого в эту комнату. Да, а это нажимная плита, ну-ка. А, да, это нажимная плита. Короче, чтобы пройти дальше, ого, чтобы открылись эти двери, нужно затолкать всех роботов в каждую кабину. И, короче, нажимная плита активируется, и все будет ништяк. Я только вот не знаю, зачем роботов толкать. Можно просто банки с мозгами туда позакидывать. Но вдруг они нам пригодятся, поэтому давайте делать все, так сказать, по канону, по квесту. Ладно, вернемся. Затолкнули? Ну что, действительно, дверь открыта. Неплохо, да? Очень неплохой квест, как по мне. Все, проходим. Так, берем опять оружие, потому что недаром нам дали меч. И паркур, что ли, опять какой-то. Подожди. А, меч. А подожди, это точно меч? Ну, очень похоже, конечно. Стены он не сверлит, значит, наверное, меч. Ну, а там... А, подожди, оно не открывается? Твою мать. Так, ладно, оно не открывалось. И открылось лишь тогда, когда я на него встал. Смотри-ка, чумные. Ох ты! Да ладно. Слушай, это круто. Это очень круто. Смотри, это какие-то чумные, типа зараженные. Это что, какая-то чума какого там, 18 века? Так, вот теперь, я думаю, нам пригодится меч. Давай-ка их всех помочим немножко. Смотри, какие страшные, ё-моё. Или это какие-то... Ну, не, на зомби это, кстати, не похоже. Это скорее какие-то остатки экспериментов, да? Потому что, смотри, это андроиды. То есть робот в человеческой шкуре. Причем их можно вообще оббежать, да? Да, их можно оббежать. Не думаю, что есть смысл с ними воевать. Ладно, просто бежим. Так, так, давай, давай, давай. Давай, по лесенке, твою мать. Давай, да сука. А это что такое? Какого хрена там делает этот блок? Не понял. Там стоит, господи, командный блок. Так, получайте, твари. Не подходите ко мне. Блин, вообще это неплохо, очень неплохо. Даже страшно в какой-то мере было бы, если бы здесь был какой-то страшный саундтрек. Так, давай, дохни там. Ладно, иди сюда. Так, раз, два. Значит, вот эту штуку собрать нельзя. Нельзя. Так, прыгаем и по лестнице сюда. Окей.
Все, неплохо. Смотри, топор, куча еды и снова книжечка. Ну-ка, ну-ка, давай книжечку глянем. Так, мозги не знаю, зачем нам по-прежнему. Значит так. Guess I never escape from this place. I believe there's exit very near. Короче, когда я же сбегу из этого места, мне кажется, что выход где-то рядом. Блин, ни хрена не видно, ребят. Вот тут я не знаю даже, как быть. Так, а мозги не светятся у нас случайно. Офигеть, а что же делать? У меня вот топор зачем-то опять дали. Это не стакается? Нет, еда не стакается. Компас, не знаю, нахрена нам. Не видно, потому что шейдера. Придется нам все-таки на одну секунду отключить. Потому что иначе не видно ни хрена, да? Тут вообще какой-то... А, смотри, топором надо прорубить... Ого! Чешуйчица? Боже, что это за жук такой? Ё-моё, ты глянь какой! Офигеть, слушай, ну круто, круто. Кстати, вот без шейдеров давайте побегаем, посмотрим, что же, собственно, будет. Ну вообще без шейдеров, конечно, своя красота присутствует, да? Но шейдерами все равно ярче. Так, а что это такое за жук такой? Смотри, какая страшная хреновина. Ну-ка, ого, не понял. На расстоянии бьешь? Ого, а как? Подожди, а что, так можно, что ли? Почему они на расстоянии гасят, я не понимаю. Подожди, невидимка, что ли? Да ё-моё! Да в смысле? А что мне делать теперь? Так, я нарубил там два блока, они у меня теперь есть, нет? А, вон куда надо бежать. Все, я понял. Блин, прорубливаем. Прорубливаем. Ай, не кусай, говна кусок. Да иди ты в жопу. Офигеть, а тут что такое? Твою мать. Охренеть, еще одна броня. Так, ладно, она что, зараза. Меня сейчас грохнут. Я ее не вижу, она меня сейчас грохнет. Так, короче, надо что-то делать. Я не знаю, что делать. Что-то происходит вообще. Все, меня сейчас положат. Жри, жри, жри. Жри, сука, да не трогай ты меня, говно. Да как, откуда наберется? Смотри, ну, офигеть. И куда я? Так, а, неплохо. Командный блок здесь спрятан для того, чтобы потом восстановиться. Неплохо. Типа чекпоинт, да? Так, а эта фигня, которая невидимая, я не знаю, это она специально, наверное, неубиваемая, да? Так, ну-ка. А это что такое? Книга? А что здесь делает книга? Ну хрен с ней. А, во! Проснулась! О, эффект пропал, да, невидимости. Все, сдохла. Скотина. Я надеюсь, это последняя, больше нет. Да ё-моё, откуда? Ты ёпперсоты. Так, ну ладно, в общем, вот так вот, если стоять, под себя лупить, то, по идее, нормально. Хотя почему-то с той невидимой не получилось. Там еще одна, смотри, появилась. Вещи у меня, кстати, остаются, что самое приятное. Твою мать, да откуда они? Там что, спавнер стоит? Охренеть их там. Да нет, нереально, ребят. Кстати, смотри, у нее глаза красные стали. Это какой-то режим агро или это низкого ХП показатель? По-моему, это низкого ХП, нет? Или просто текстуры? Короче, происходит что-то непонятное. Так, ладно, оббегаем, короче, эту хреновину. Быстро берем все вот это. Так, иди нафиг. Лестница, все, да, просто лезем. Охренеть, а что так сложно-то, а? Фу. Нам надавали какой-то брони, железные ботинки, кольчужные. Так, давай железное все поодеваем. Кстати, эта броня у нас уже почти сдохла. Ну-ка, железные ботинки. Так, железные, железные, окей. Теперь смотри, какой мы крутой. Нифига. Вот это да. Прям какой-то этот... Господи, как же он называется-то? Блин, Fallout. Прям в Fallout персонаж. Смотри, какая-то штука. Походу, он включает рельсу, да? Да, включил рельсу. Так, вагонетки. И можно, короче, туда поехать или туда. Ну, это типа интересно. Очень интересно, что же делать. 21 какой-то номер. Здесь тоже что-то такое непонятное. Тут вообще пустыня. Не знаю, если я туда поеду, я сбегу или нет? Потому что там вон какой-то командный блок. Что он делает, я не знаю. И туда хочется поехать. Так, а, погоди-ка. А, так у нас выбор небольшой. Нам только вот туда. Потому что здесь-то у нас препятствие. Ну что ж, ладно, ставим вагонетку. Поехали.
Посмотрим, что там. Кстати, вот везде рычаги вот эти стоят для включения. Ладненько, другого выбора у нас нет. Красиво, да? Вот такие небеса. Солнышко. Кстати, солнышко тоже из текстур пака. Потому что такого раньше не было. Так, что у нас здесь? Депот 21. Это депот, это у нас место, куда прибывают, что ли? Так, вылазим. А, вагонетку... Укатится, нет? Я не знаю, нахрена нам аж 4 вагонетки, но все-таки здесь мультиплеер, наверное, поэтому. Причем, интересно, мультиплеер до скольки человек вообще? Ладненько, оставляем это здесь. Блин, ну вообще выглядит эпично, вот так вот, если боком повернуться. Такое огромное солнце, да? Какой-то город там стимпанковский. Очень интересно. Так, а звуки там страшные, кстати. Ну ладно, попробуем. Так, как ее открыть? А, во, кнопка. Ну ладненько, хорошо. Допустим. Я не знаю, сюда спрыгивать. Ну а здесь что? Это какой-то раздатчик, да? Очень похоже на какой-то раздатчик или ловушку. Причем тут лестница. А, кнопка, смотри. Ох, твою мать. Нифига. Куча кнопок. Обалдеть, это какая-то ловушка должна была быть, что ли? Нормально, это ХП потерял. Так, это у нас не открывается, а там, кстати, сундук и куда-то в пропасть. Ого. Причем, судя по дороге, наверное, мы туда в будущем попадем. Так, нам еще дают аммо. Давай, забираем. Очень много патронов, аж целых 2 стака. Ну, не знаю. Это выглядит очень стрёмно. Так, кнопку здесь не отколупать. Ой-ой-ой-ой. Так, в раздатчик мы тоже не можем залезть. Ну ладно, единственный способ продвигаться дальше, это вот сюда, по лестнице. Так, не зря нам дали столько стрел. Вот тут, кстати, можно вернуться обратно. Ага, я уже понял. Нам все равно придется туда вернуться. Но зачем же там этот раздатчик? Возможно, за нами кто-то будет бежать. Так, хорошо. Идем сюда. Прыгаем. Какой-то рычаг. Так. Вот тут ничего у нас. Ничего нельзя открыть. Ладно, идем сюда. Дверь можно закрывать. Хотя она не работает, ну ладно. Идем просто дальше. Тут опять какие-то мозги варятся. Я даже не знаю, что это. Ну, карта офигенная. Очень долгая, но офигенная. Ой-ой-ой-ой. Крипер! Твою мать, это какой-то кибер-крипер. Ни хрена себе. Так, ладно. Я не думаю, что он карту может разнести или может. Давай проверим. Так, карту он не разнес. Так, а это что? Тоже крипер. Ой-ой-ой, мелкие криперы. А, детеныши криперов. Ни хрена себе. Ты понял? Кстати, а почему они сюда не могут зайти? Мне непонятно. Не могут сюда залезть. Или могут. Или могут, но не хотят. Так, мелкий какой-то крипер. Так, тихо. Спокойно, дружище. Убиваем криперов. И тут опять какой-то сундук. Наверное, там вот эта вот кнопка, да? Ага, рычаг, ну да. Что-то мне кажется, что это уже конец. Потому что вот сейчас мы поставим рычаг туда наверх. Пройдем к тому сундуку. Наверное, возьмем вагонетку. И это уже будет концовка. Если только сейчас не сработает какой-то очередной скрипт. Ну, в общем, интересно. Все равно интересно. Так, а здесь придется немножко побегать, да, попрыгать. О, сложновато, но, в принципе, реально. Так, залазим. Возвращаемся нам вот сюда. Не срабатывает почему-то ловушка. Не знаю, как оно должно здесь работать. Но раз нет, так и хорошо. Нам же проще. И вот, выходим опять на улицу. У нас уже есть вагонетки, можно взять из старых. Давайте перекусим. Так сказать, на прощание. Выкидываем эту фигню. Ну, поехали. Двигаем. Разгоняемся. И вот там вот пропасть, да, но мы уже понимаем, чему это грозит. Вот там какой-то столб огромный. Не знаю, что это, маяк какой-то, что это такое. В общем, неплохо, неплохо. Так, а ну-ка, подожди, выпрыгиваем. Так, а мы должны, по идее, на рельсу должны были упасть, да? Портал, какой-то туннель. Так, ну, в общем, надо все по канону сделать. Там какой-то рычаг внизу, опять чешуйся с этой стороны. Боже, как они меня бесят. Ладно, ну-ка давай попробуем сделать все, как требуется. Едем, падаем. Так, сразу нас начинают грызть.
Поэтому надо убегать. А, нужен опять топор. Чё это я сейчас сделал? Чё я сделал? А, меня телепортнуло. Ни хрена себе, это кто? Охренеть, это какой-то босс, что ли? Музыка какая-то играет. Так, ладно, смотри-ка, у него почему-то дамаг только по голове проходит. Его можно вообще убить так? Но я не хочу спускаться, что-то мне кажется, что это вообще не круто. Какая-то музыка играет. Ладно, давай отсюда его попробуем убить. Я не хочу туда спускаться, это стрёмно. Давай, дохни уже, зараза. Так, есть. Слазим. И в итоге находим какой-то священный... Ох ты, матерь божья. Какой-то грааль, я не знаю, что это такое. Офигеть. Вот это нарисовано круто. Ну хорошо, ладно, эта штука нам что-то дает вообще, нет? Опять сундук, смотри. Freedom Cutter. Какой-то... Это что, кирка, нет? Очень похоже на кирку. С этого, кстати, дропнуло что-то? Нет, ничего не дропнуло. Окей. Freedom Cutter. Что это может быть? Стекло сломать? Офигеть, смотри, какая. Какой спрайт этого самого. Как он называется-то? Маяка. А ну, кстати, у меня же не включены шейдера. А ну, давай попробуем включить. Так, и что у нас получилось с шейдерами? Ага, нормальное солнце. Немножко FPS подупал. Это почернело хреновина. Но, кстати, стало все равно покрасивей. А сюда, я не знаю, надо, наверное, что-то положить. Может быть, мозги, нет? Freedom Cutter. Может ломать цветное стекло. Ну, окей, а... Маяк нельзя ломать. Хорошо, цветное стекло. Но я сломал одно стекло, и что дальше? Как? Это конец? Это не может быть концом. Сломать цветное стекло. Может, я какие-то ресурсы не взял? У меня вроде ничего и нет с собой. Компас. То есть мне нужно что-то сделать, мне стрел надавали. Я не думаю, что это конец. А что такое цветное стекло? Где оно? А, вот, смотри-ка, опа. Прорубить может? А ну, давай прорубим сюда путь. А вот и цветное стекло. Слушай, точно. Что-то мне кажется, что мы сейчас в начало вернемся, нет? Так, дверка, смотри. Две дверки. Так, if you win... А, you win. If you killed resource guardian and destroyed. Dry blockator. Now entire the world will be free against... что-то там. Короче, если ты победил того монстра, то ты выиграл. В общем, здесь описание карты. И, типа, я прошел карту. Ну, судя по всему, да. Ну что, в принципе, неплохая была карта. Вот, кстати, можно посмотреть, как она выглядит, так сказать, в большом варианте. Давайте-ка телепортнемся вот сюда. Благо, телепорт-то у меня спокойно работает. Вот солнышко, кстати, другое. Скорость. А, этот маяк был... добавлял скорость. Эффект подкидывал скорости, короче говоря. И, типа, с этим боссом должны были файтиться. А ну-ка, а как же выглядит кольчужная броня, интересно? Так, это снимаем, это одеваем. Ну, в принципе, почти то же самое, только немножко так текстурку сетки какой-то имеет. Ну что, неплохая карта, в принципе, очень даже. Вот с шейдерами, конечно, выглядит не так интересно, мне кажется, потому что вот солнце вот это вот не видно, да? Но зато тени всякие есть красивые. С вами был Скай, всем пока, и если зашло, то давайте я еще одну карту какую-нибудь пройду, у меня есть на примете одна. Как-то так. С вами был Скай, всем пока.